Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Бабиков сегодня показал великолепную стрельбу, у всех остальных минимум 2 промаха, а это минуты, которые не отыграть. Антон ходом проиграл Бео почти 2 минуты, но чистой стрельбы хватило, чтобы победить. Результат отличный, пусть соперники теперь боятся. Бабиков поедет на Олимпиаду как запасной, потому что мы проиграли квоту на заявку. Теперь мы можем заявить только 5 биатлонистов, а 5 уже на грани риска. Не дай бог кто-нибудь заболеет. Thank you.